Космический футбол. Время моей судьбы — это множество линий, на которых помечены узелками события моей жизни. Эти нити причудливо переплетаются, иногда создавая немысливые узоры, преподнося на своих хвостах странные и кажущиеся нелепыми ситуации. Иногда кажется, что заснул сжимающий и разжался кулак, крепко сжимавший все эти нити. И тогда они пускаются в пляс одновременно, возвращают события 30, 20, 10-летней давности, отправляя меня в странные, практически невозможные путешествия в одновременности разновременных потоков. Чувствуя себя кубиком, в который играют эти нити, словно от скуки развлекаясь неким подобием космического футбола, законы которого, возможно, и существуют, но мне неведомы. А я лишь игрушка в разноцветных движениях этого мистического танца. Космический футбол.